Приходим, друзья, к городу Хмельницкому. Видим, что количество предложений в октябре месяце составило 5969 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Видим также динамику положительного роста по активности, по предложениям, напомню, плюс 1,5% в сравнении с сентябрем месяцем. Социальное жилье, это у нас, друзья, вторичный рынок, в абсолютных цифрах $631 за квадратный метр, ну и положительная динамика плюс 0,8% всего лишь за один месяц. То есть видим положительную динамику роста. Квартира эконом-комфорт бизнес-класс, это вторичный рынок, $766 за квадратный метр, это среднее арифметическое число или средняя стоимость квадратного метра по трем классам, и динамика также положительная, плюс 0,26%. И переходя к первичному рынку класс эконом, мы видим положительную динамику роста плюс 0,35%, что в абсолютных цифрах составило $567 за квадратный метр. Первичный рынок продается за гривну. Я перевожу по курсу Национального банка в доллары. И заканчивая город, так сказать, обзор по Хмельницкому, первичный рынок, комфорт, бизнес-класс, два класса попали в выборку. Также рост плюс 0,73%, в абсолютных цифрах это $688 за квадратный метр.